поднялся. Поднялся на горку. И такой вот роскошный вид тут выдался. Такая вот церковь на горке на этой. Сама. И вот такой вот вид. Да, вид красивый здесь. Вот как-то так, ребята. Снял маску. Маску. Задыхаюсь. Еще выше. В виноградниках. Вот там я был возле той церквушки. Камера плохо снимает, правда. Вид, конечно, вообще шикарный, ребята. Не передать словами, но камера плохо покажет. И смотрите, что я тут нашел. Скалолазов. Это вообще убедительное дело. Вон они лазят. Вот он. Там вон там еще третий, четвертый. Молодцы, ребята. Спорт за прежде всего. Сидящая работа. Поднялся еще выше. И вообще жесть. Вот так вот, ребят. Вид, конечно, отсюда хороший. Вообще. Там самолеты взлетают. Но опять же, камера этого не покажет особо. Это аэропланы. Там скалолазы лазят. Идем дальше, дальше. Хочу еще подняться дальше. Все, иду дальше, ребята. Я поднялся еще выше. Почти уже на самой горе. Вот какой распоставился тут вид. И чтобы вы понимали, это каждого дальнобойщика, кто ездит здесь по Европе, но они ленивые. С кабин не выходят вообще. Они там будут спать, жрать, срать прямо в кабине. Это мне стоило 15 километров отойти от машины, чтобы распространился такой вид. Это кто не ленится, ходит пешком. Как бы там. Я стараюсь для здоровья, и так сидящая работа, и так у меня задышка. Хер знает у кого. То вот как-то так. Вот здесь вид. Посмотрите, ребята. Конкретно. Красиво. Покорил я гору Бальцана. Если кто с моей фирмы увидит, они... Ну, они ленивые, они будут в машине дальше сидеть. Потому что машины аж стоят, а уж вон там, 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 возле той горы. Иду дальше. И вот здесь вот распространяется такой видочек. О. Дальше близко не подхожу к краю. Пошел я аж оттуда. Вот это вот. И аж туда мне идти, вон, где мой паркинг, где машины. То вот так вот. Класс, вид, конечно, бомба. Очень красиво, очень. Обрывчики. И смотрю, наблюдаю за людьми внизу, которые ходят, ползают. Меня манят горы, действительно. Это сильно. Это очень сильно и красиво. С тех спускаюсь. Город Бальзама. Знаете, что здесь есть где погулять. Это я одно место показал, а в тот раз я был на другом месте, но я еще не снимал тогда. Сейчас снимать буду и в каких городах буду гулять. Буду показывать, что кто работает, чтоб знал, как где можно пройтись.